В начале данного видеоролика хочу всем порекомендовать проект под названием Shadow Crafter. Ребята, как по мне, это очень годный, очень крутой, очень бомбезный проект. Вы только посмотрите на этот великолепный спаун. Я вам скажу так, что сам сервер куда лучше этого спауна. Заходите, играйте вместе со мной, IP-порт есть в описании, а мы продолжаем. Всем привет, Кент на проводе, и сегодня, ребята, у вашего Кента ПК будет дуэль. И вы не поверите, но сегодня будет дуэль против парня, который сказал, что я нуб, сказал, что моя девушка нуб, сказал, что мы все нубы, и он сказал, что все мои подписчики тоже нубы. Короче, ребята, сегодня именно за вас, за мою девушку и за всех я наваляю люлей этому парню, и мы покажем ему, кто тут главный у нас на районе, кто тут главный на ютубе по Блокстрайку. Поэтому я жду, пока он зайдет, и будем, ребята, его умножать на 0. Ну, хотя я, наверное, так загнул планку. По крайней мере, попытаемся его умножить на 0. Ну, а там уже будет видно. Не может быть, спустя 5 минут ожидания он все-таки зашел. Ну что ж, поехали. Ай-яй-яй-яй. Немножко туплю. Ну-ну-ну-ну-ну. Ништяк. Все, ребята, мы его победили. Не может быть, 1-0. Вот так вот. На словах просто Лев Толстой, а на деле плохой игрок. Ну что ж, ля-ля-ля, тополя. Ой, 2-0. Как не повезло, да? Бывает в жизни огорчение. Какой у него ник? Rex1010. Вот если вы увидите этого парня, можете ему писать, что он сам нуб и что он плохо играет. Потому что, как мы видим, он играет вообще ни о чем. Такс, его нигде нету. Ага, ну походу он где-то крысит. Приветик, мой сладенький. Привет. Ой, я тебя убил. Не повезло, да? Бывает такое, да? Хотел убить кента, но в итоге сам слился. Писал, что я плохо играю, а в итоге сам играешь раз в миллиард хуже. Просто весь секрет в том, что кент ПК нагибатор, а не нуб. Вот и все. Все предельно просто. Ой, опять умер. О, невезуха, да? Не повезло просто. Наверное, просто совпадение, да? Ну, бывает такое. Знаете, там рука тряснулась или еще что-то. Пишет все стоп ПЖ. Пишу ему нет. Какой стоп ПЖ? Нет. Во, ребят, видите, в чем прикол? Лол, вот это просто мега слив. Вот, ребята, такие моменты бывают, они бывают очень часто. Знаете, в чем прикол? Мне очень много из вас пишут, типа, давай дуэли и так далее. Но знаете, в чем суть? Что как только дело доходит до дуэли, и как вы начинаете проигрывать, вы просто выходите. Это самое-самое подлое вообще в жизни. Он не может быть, он обратно зашел. Аллилуйя, я уже думал, что он вообще не зайдет. Все, ребята, можем дальше продолжать нашу мега-битву с этим мега-тащером. Ох, вообще ништяк, да? 6-0. Просто парень, не знаю, тащер от бога, вообще красавчик. 6-0, неплохо, классно играет. Так, все, беру в руки АК, и мы, ребята, идем его добивать в ближний бой. Ху, а он ждет меня с дигла, да? Хотел убить кента с дигла, а в итоге просто... ну, не подфартило. Просто не повезло, да? Бывает такое. А ну-ка. Ну давай, вылезай, я знаю, что ты где-то тут. А, но тут его нету, значит он где-то тут. Давай пока, 8-0. Прикиньте, если я выиграю в сухую. Вот это будет просто самая-самая полная жесть. Не, конечно, всякое ожидал, но, ребят, чтобы так сильно меня оскорблять, чтобы так оскорблять мою девушку, оскорблять моих подписчиков, и потом так в итоге плохо играть, это надо еще постараться, это надо иметь талант. Я вам говорю, без шуток, надо иметь талант, чтобы так играть, как этот парень. 9-0, это просто, не знаю, это жестяк. У меня такого давно не было, у меня такого вообще, наверное, никогда не было. 59 хп, ну попал, у него явно мало хп, ну, добей. Ай-яй-яй, чуть-чуть не хватило. Да, ребята, мы победили, 10-0, мы победили в сухую. Вот за этот ролик, ребята, надо поставить лайк, мне будет очень приятно. Все-таки этот парень говорил, что я нуб, говорил, что плохо играю и так далее, а в итоге он мне проиграл в сухую. Блин, давай до 20 пишет, еще слово давай с ошибкой написал. О, какой 20, братан, ты нуб, и все, и смирись с этим. Сегодня явно не твой день, в следующий раз перед тем, как написать, что я нуб или я плохо играю, будь готов просто ответить за свои слова, потому что на словах ты такой нагибатор и так далее, а на деле ты просто, ну, просто нубас. Притом не просто нубас, а самый настоящий полный нубас. Поэтому, ребята, надеюсь на вашу поддержку, пожалуйста, поставьте лайк, обязательно подпишитесь на мой канал, мне будет очень-очень приятно. Ну что ж, а с вами был ваш Кент, всем удачи и всем пока.